atreves. Ликвидация прервана. Достаточно ресурсов, чтобы возобновить процесс. Разорван на куски. Похоже, и ключ. Нарушители библиотеки. Целостность коллекции нарушена. Семейные династии чернокнижников Ковера. Алхимия в практических упражнениях, том 3. Не подходит. Прикладная големология. Ищем дальше. Прикладная големология. Ищем дальше.
интерсекции геомантических линий. Нет, не то. Похоже, он задохнулся. Гнусная смерть. Прикладная галимология. Ищем дальше. Глобальное размыкание Готфрида. Есть! Начинаю аннигиляцию. Сучья башня собралась отравить меня газом. Нашел книгу? Как там эта книга называлась? «Глобальное размыкание Готфрида». Это трактат. Ладно, сейчас вернусь. Ты нашел книгу? Она? Точно. Отодвинься немного. Я попробую отключить барьер. Камера изолятора открыта. Угрожающие признаки свободы. Ну, наконец. С виду все было просто. Самое трудное впереди. Нужно проникнуть в сердце башни и наложить деактивирующее заклятие. Башня наверняка сделает все, чтобы нас задержать. Веди. Главный зал. Надо снять защиту. Дефенсивный регулятор магии может что-нибудь устроить. Вот не. Освоил и Фран Адвиглет. Обнаружен нарушитель. Обнаружено вторжение. Трактата Готфрида подействовала. Все кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Сейчас все будет. Если вдруг окажешься в ковере, заглядывай в Понт-Ванис. Абураги! Варрахер! Погоди, что ты делаешь? Я хотел выйти через дверь!
Жив, жив. Вон он плывет. Говорят, Вола два дня мяса не жрал. А он, если голодный, то злой. Сечение, да. Зато опять медом опился. Ну, значит, будет урок убивать. Присмотришь за моим. Ты живой? И целый? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой сняло. Говорил я, что надо нанять ведьмака. Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Я знал, что на Анскеллиге живут честные люди. Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы. Погоди, ведьмак. Ты брата моего не нашел? Хурн его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами. Я нашел их. Очень жаль, но все они мертвые. Говорил я ему, чтобы он туда не ходил. Так ему славы захотелось. Эх. Иди домой, Ньяль. Чего тут стоять? Бывай, ведьмак. Еще раз спасибо за помощь. И чего только люди не выдумают. Ты ведьмак, верно? Жрицы на вас в страшной обиде. На тебя и на чародейку. Что вы такого сделали? У тебя никогда искушение. Бледный ты. Руины замка не вести. Тоже вчера. Там, небось, самой битвы все лежит нетронутое. Мечи, топоры, побрякушки. Лучше уж куда-нибудь в набег отправиться и прибарахлиться там как следует. А не так, чтобы мертвым покой нарушать. Выпил 3 кувшина самогона, бутыль рома. Потом все запил вином, а утром встал без стона и пошел на охоту. Ха! Бледный ты! Тоже вчера выпил? Дашь меч подержать? Ты уверен, что это был нильфгардский флаг? Не тронь, а то... Привет. Не дурная сталь. Пощады.
Держи. Куда прёшь? Давай.
Но!
Сволочь! Ублюдок! Хер моржовый! Тебе... На помощь! Спасите! Убирайся отсюда! Сволочь! Ублюдок! Хер моржовый! Тебе конец! На помощь! Спасите! Спасибо за помощь. В чем дело-то было? Ему не понравилось, что его сестра решила плыть со мной в залив Сирени, вместо того, чтобы служить Фрей. Житель Скеллиги соблазнил жрицу? Я думал, что... Что-что? Что мы не делаем таких вещей? Не каждый на островах верит в эти сказки о богах. Но не все готовы с этим примириться. И потом все заканчивается кровной местью. Это несправедливо. Я люблю Ирму, а она любит меня. Когда-нибудь я найду способ устроить так, чтобы мы были вместе. Наверняка есть какой-то пробел в этих жреческих законах. Я отыщу его и укажу жрицам. Тогда они отдадут Ирму мне. Ты много путешествуешь, правда? Если наткнешься на что-нибудь, что может помочь, передай мне. Я хорошо заплачу. Я живу в доме на той стороне вулкана. Посмотрю, что мне удастся сделать. Будь здоров и сторонись разъяренных братьев.
Thank you.
не чить колотить! Давайте его! Достаньте его! Давай сюда! Не научитесь. Сволочь змееглазая! Быстрей! Спокойник! Не повезло тебе выжить. Оставьте его! Достаньте его! Небесные камеры, тюрьма без решеток, отличная мысль. Жаль только он не умел летать.